Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про вакцини і вакцинацію. В нашій студії доктор медичних наук, професор Дніпропетровської медичної академії Дмитро Степанський. Дмитро Степанський – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровської медичної академії МОЗ України. Випускник Дніпропетровської державної медичної академії, лікар, мікробіолог, епідеміолог, педагог. Член Всеукраїнського товариства мікробіологів України імені Виноградського, член Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних хвороб, керівник відокремленого відділення громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» в Дніпропетровській області. Хобі – бокс, футбол, поезія, рибна ловля. Дмитро, вітаю вас в нашій студії. Добрий день, Тетяна, добрий день наші. Тож, зараз така важлива тема, так, для кожного, і весь світ пильно слідкує за інформацією про вакцину проти ковіду. І оскільки ми вже з вами знайомі, знаємо, що ви можете говорити просто, легко і зрозуміло з гумором на вкрай важливі теми, як, наприклад, вакцинація і вакцини. Тож, хочемо від вас дізнатися, от загалом, про вакцинацію в Україні, як люди сприймають, можливо, маєте якусь статистику, ну і потім поговоримо вже про необхідну і важливу для нас вакцину проти ковід. Добрий день, Тетяна, добрий день, наші уважаємі зрителі. Тема дійсно дуже важлива і відповідає на перший вопрос. Поскольку ви упомянули юмор, будемо відповідати з юмором. Так, як це українці, спрощує розуміння. Як українці відносяться до вакцинації? Українці відносяться до вакцинації дуже добре, як в тому анекдоті. Говорят, Рабинович выиграл в лотерею $1 000 000. Это правда? Говорит, ну да, это правда. Только, говорит, не Рабинович, а Иванов. Только не миллиона сто, не долларов, а рублей. Не в лотерею, а в карты. Не выиграл, а проиграл. Хочется вспомнить сентябрь 2019 года. Я представлял государство Украина по вопросам контейнмента полиовирусов, полиомиелит, в Европейском бюро ВОЗ в Копенгагене. И там представлена информация об уровне охвата основными профилактическими прививками, такими, например, как полиомиелит, как корь, краснуха. И на этой карте, вот, большой карте мира, представьте себе, 52 страны, представители 52 стран, и на этой карте страны были представлены разными цветами в зависимости от уровня охвата той или иной вакциной. Необходимо знать нашим слушателям и зрителям, что когда мы говорим об адекватном уровне популяционного иммунитета, он должен составлять минимум 95% населения. То есть мы тогда считаем, что у нас популяционный иммунитет хороший и все защищены, в том числе вот те 5%, которые по какой-то причине, по той или иной причине не попали в это число. Так вот, страны, где уровень охвата профилактическими прививками был менее 50%, напомню, это очень-очень мало. Мы хотим достигнуть 95%. Он был даже не красного вот такого цвета, вот, как эти стены, а даже ярко, вот коричневого такого. Да. Коричневого. И вы знаете, вот, эти слайды и коричневым цветом были обозначены такие развитые страны, как Сомали, Зимбабве, Папуа-Новая Гвинея, еще несколько африканских стран, около 8, по-моему, 10, я уже не помню точную цифру. И среди них такая пляма, знаете, такое пятно, государство Украина в центре Европы. Мне было очень-очень стыдно, я не знал, куда мне деться, провалиться и так далее. Країни Європи, сусідні, вони були більшого кольору, так? Да, более-менее хорошо.
Это мягко сказано. Так вот, отвечая на ваш вопрос, украинцы относятся к вакцинации хорошо. Но мне кажется, что украинцы относятся лучше к вакцинации своих домашних питомцев, например, собак или там, кошечек, намного лучше, чем к вакцинации себя. То есть, когда стоит вопрос вакцинировать домашнего питомца, он вообще не стоит. Да, так, конечно, жилистым. Это понятно, это по умолчанию, там, грубо говоря, по заводским настройкам. Да, надо вакцинировать, никаких проблем. А вот себя, да, нет, мы найдем тысячу причин, чтобы не вакцинироваться. Но украинцы хорошо относятся к вакцинации. А ви знаєте, навіть от, мабуть, така велика проблема щодо вакцинації, от маленьких дітей ще вакцинують. А от коли людина дорослішає, то щодо вакцинації, я так розумію, що потрібно робити вакцини. Безусловно, ми вже, по-моєму, подіймали цей вопрос в якійсь із прошлих передач, що обов'язкова вакцинація – це не тільки діти. Это также взрослые, например, мы говорим о вакцинации во взрослом, каждые 10 лет во взрослом возрасте. Это вакцинация против дифтерии, против того же столбняка, поскольку мы понимаем, что иммунитет не носит столь долгосрочный характер, то есть нужны ревакцинации. Более того, как бы всем вакциноскептикам даже как бы должно быть известно, что есть вакцина, которая абсолютно не имеет противопоказаний. Это вакцина против бешенства. Бешенство – это 100% летальное заболевание. Если мы не будем применять вакцину при укусе там, того или иного животного, то человек может умереть. Адже є скептики цієї вакцини, як ви кажете, так? Безусловно. А скажіть, будь ласка, от може, чому така ситуація виникла загалом в Україні? Чому люди відносяться так до вакцинації саме українців, до вакцинації саме тієї потрібної категорії? Знаєте, наверное, слідує проінформувати наших зрителів, що це проблема комплексна. Тобто невозможно назвати ту чи іншу причину. Винуваті, наприклад, журналісти, винуваті якісь блогери, винуваті якісь антивакцинаторські движення або винуваті медработники. Я думаю, что проблема здесь комплексная, и, соответственно, как бы подходить к решению этой проблемы нужно тем же способом. Ну, конечно же, да, конечно же, недостаток информации все-таки, наверное. Чи потрібна загалом інформаційна державна кампанія щодо вакцинації? Чи загалом є така, можливо, ви як фахівець знаєте? Помните притчу про слона и пятерых слепцов? Когда бродячий цирк приехал в какой-то город, и пятеро слепцов захотели узнать, что ж такое слон. Не увидеть, но узнать. И они пришли, один потрогал хобот, думает, это какой-то шланг. Третий потрогал ногу, говорит, это слон похож на столб. Третий потрогал там, хвост, говорит, это какая-то веревка. Четвертый потрогал ухо и говорит, ну, наверное, это какая-то занавеска там, и так далее. А, о чем я говорю? Кожен зрозуміти ти так, як... Абсолютно верно. То есть, частково зовсім. Не понимая, скажем так, масштаба, да, когда мы не смотрим масштабно, мы не можем понять проблему в целом. Более того, вы будете удивлены, если узнаете, что если лет 20 назад еще стоял вопрос о получении информации какой-то, да, ее было, ну, в принципе, достаточно тяжело получить, то сейчас вопрос стоит о верификации информации. Такое большое количество информации идет, и информации разной. Непроверенную. Чем больше информации, тем больше и ложной информации. Поэтому наши уважаемые зрители могут, конечно же, если они черпают свою информацию из недостоверных источников, из сомнительных каких-то источников, конечно же, они могут наткнуться на какую-то ложную информацию. И в большинстве случаев так, в принципе, и происходит. Поэтому информацию надо верифицировать и черпать ее, ну, когда мы говорим о вакцинации, в каких-то достоверных источниках. Например, сайт Министерства охраны здоровья, сайт ВОЗ, сайт CDC, сайты каких-то авторитетных врачебных организаций, то есть где вы получите какую-то действительно экспертную фаховую думку, которая, и она будет основана на фактах, а не на каких-то слухах, домыслах там, и так далее, и так далее. Так, это очень важно. Более того, у каждого человека должен быть свой врач, да, и когда вы спрашиваете врача про вакцинацию, он вам вдруг говорит, что вакцинация там плохая, и какие-то еще вопросы, то, а при этом назначает какие-то фуфламицины или там гомеопатию и так далее, то, ну, как бы нужно задуматься о смене врача все-таки, потому что среди медиков, к сожалению, среди наших коллег огромное количество именно прихильників вот, антивакцинаторских рухів и так далее. И это не означает, что не треба доверять докторам, але треба теж перевіряти.
Безусловно, безусловно. І обирати собі того, кому ти можеш довіритись повністю. Звісно. Це теж важливо. До речі, щодо фейків, ми можемо розказати глядачам, що ми з вами також зустрічалися навесні, мабуть, у квітні, і спростовували багато фейків про сам коронавірус, коли ми поринули в пандемію, весь світ поринув. І дуже багато важливих харчів тоді нам розповіли. Тож, Дмитро, а якщо поговорити щодо вакцинації від грипу? Це насправді для всього світу звичайна вакцина, і якщо подивитись, наприклад, на Сполучені Штати або на країни Європи, то там це звичайна вакцина, мабуть, проти якої, ну, яку використовують і вакцинуються багато людей, мабуть, майже всі, так? Може, знаєте якусь статистику. Але якщо порівняти українців, то в нас теж ми дуже, ну, так би мовити, інший відсоток зовсім. Ми віримо в свій імунітет і думаю, що грип – це настільки безпечне захворювання. Розкажіть, будь ласка, на самом деле, это не совсем так. Грипп может быть достаточно опасен, особенно когда мы говорим о категории, группах риска. Это люди более старшего возраста, это люди с сопутствующими заболеваниями, люди, страдающие онкологическими заболеваниями и так далее. Когда мы говорим о вакцинации от сезонного гриппа, то каждый раз у нас какая-то новая вакцина, поскольку мы предполагаем, что разные штаммы будут циркулировать в том или ином полушарии в конкретный сезон. Поэтому штаммы, в принципе, могут меняться. И, к сожалению, не так редкий случай, когда человек, переболев одним типом гриппа, например, типом А, не переболеет вторым типом гриппа, там, Б и так далее, и так далее. Поэтому обязательно надо вакцинироваться, особенно если это группы риска, которые по роду, например, своей деятельности, могут, у них больше риски заразиться данным заболеванием. Наприклад, у Сполучених Штатах, там ця вакцинація проти грипу, вона обов'язкова чи ні? Все медики получают вакцину, ну, все медики и группы риска получают вакцину бесплатно. И, безусловно, я на сегодня не буду делать вид, что я вот подготовлен сказать вам конкретную цифру на сегодняшний день в Соединенных Штатах, но процентом охвата вакцинации, ну, тех же медработников достаточно высокий. Но необходимо помнить также, что на сегодняшний день у нас в стране все-таки отмечается некоторый дефицит самих вакцин. Поэтому обращаю, ну, я знаю точно, что они есть в некоторых частных клиниках, можно спокойно за небольшие деньги можно, можно придбать. И желательно это делать, в принципе, это никогда не поздно сделать, даже если вы, в принципе, надумаете сделать это там... Зараз, зимою. Однозначно можно, конечно. Вы не знаете, когда вы встретите грипп. Да? В принципе, пандемия коронавируса научила нас все-таки соблюдать там дистанцию, мыть руки, носить маски и так далее, и так далее. Дуже добре. Да, поэтому немножко как бы это влияет и на передачу всех респираторных инфекций, в том числе гриппа. Но тем не менее, вы не знаете, когда вы встретите вирус. Вы можете встретить в марте, вы можете даже в апреле, в принципе, встретить. Но, конечно же, лучше вакцинироваться до начала эпидемического подъема. Это где-то начало октября. Я, например, в октябре привит. Ми, до речі, теж родиною цього року, всією родиною вакцинувались проти грипу. І загалом, як я по собі, по своєму самопочутті, досить нормально перенесли, також дитина з нами разом. У мене теж. Тож, Дмитро, давайте переходити до наступних питань, бо зараз дуже багато інформації щодо вакцини проти ковіду. І загалом, яка ситуація зараз, давайте розкажемо, загалом у світі, бо в Сполучених Штатах начебто вже починають вакцинацію людей, масову вакцинацію. І давайте розпочнемо з Сполучених Штатів та країн Європи, яка ситуація там, а потім вже будемо переходити до прогнозів щодо української вакцинації. Ну, я думаю, що нашим зрителям буде цікаво взагалі знати, який путь проходять вакцини. Це дуже непросто. Я займу пару хвилин вашого часу. Не все так просто. Вакцини не появляються по мановению волшебної палочки. Вони проходять достатньо тернистий путь від моменту ідеї до вже якогось готового продукту. Все начинается
с какой-то идеей в какой-нибудь там исследовательской лаборатории, не обязательно это будет фармацевтическая компания, это может быть какой-то университет и так далее. Ученые думают, обсуждают эту идею, потом они исследуют ее, мы это называем инвитро, то есть в условиях лаборатории. Потом они тестируют эти идеи, как-то после того, как опыты инвитро показывают хорошие результаты, ученые проверяют адекватность своих идей на моделях лабораторных животных. Это все, в принципе, занимает несколько лет. В это время ученые делятся своими идеями, своими результатами на различного уровня научных форумах и также публикуют статьи в том числе международных рецензируемых журналах. То есть науковые каждый может журналы, науковых так? журналах, да, специализованных. То есть любой ученый, любой обыватель даже может посмотреть и ознакомиться с данными материалами. Далее, когда эти данные показывают, что идея жизнеспособна, она классная, начинаются уже клинические испытания, и тут идет 4 стадии испытаний. Первая, вторая, третья, четвертая фазы. Первая фаза – это, да, забыл сказать, вот тут подготовительный этап, если можем так назвать, он занимает, в принципе, несколько лет, где-то от 2 до 3 так, лет. Так, у меня вже питання є ще да, до цього? Да, я сразу буду, я не перебуваю. Я сразу так. буду говорить о сроках, то есть это очень, очень непросто, ну, не быстро. Первая фаза клинических испытаний проводится на достаточно ограниченном количестве людей, это где-то до 100. И два основных вопроса, на которые необходимо ответить в это время, это безопасность вакцины и вообще вырабатывается ли иммунный ответ на нее или нет. Чьи результаты? Да, и предварительный результат. И, в принципе, она тоже занимает где-то около 2 лет. После этого уже мы переходим ко второй фазе. И она на нескольких сотнях, то есть уже более расширенная идет когорта. И я забыл сказать, что все клинические испытания проводятся в виде двойных слепых плацебо-контролируемых исследований. То есть ни врач, ни исследователь, ни статистик, ни ученый в лаборатории, который берет анализы там, крови, других биологических жидкостей, они не знают, что получал пациент – вакцину или пустышку, плацебо. То есть это двойные слепые исследования. Во второй фазе уже идет большее количество людей, где-то несколько сотен, и также тестируется доза введения, кратность введения, ну, естественно, также смотрится безопасность. После это тоже занимает где-то в среднем, в нормальных условиях, где-то несколько лет. После этого уже мы переходим к третьей фазе клинических испытаний. И здесь уже достаточно большие популяции людей задействованы. Как правило, в нескольких странах популяция похожа на ту популяцию людей, которая будет получать этот продукт. Это будет вакцина там, или что угодно. То есть если мы предполагаем детям, значит это будут дети и так далее. И, так далее. Вот. И она также занимает где-то несколько лет. И тут уже идут большие, скажем так, исследования и тестируется и безопасность продукта, и его эффективность. После этого, в принципе, компания может уже подавать на лицензирование, регистрировать данный готовый продукт и пускать его, скажем так, в массы, в производство. И на четвертой фазе клинических испытаний все равно, то есть тестирование и мониторинг безопасности и эффективности проводится постоянно. То есть даже на четвертой фазе клинических испытаний может быть какие-то редкие побочные эффекты нам не удалось поймать в третьей фазе клинических испытаний. Поэтому после нее да, идет четвертая фаза, и производитель, и другие контролирующие органы, такие там, как FDA, Европейский комитет, они все контролируют какие-то, вот, может быть, редкие побочные эффекты, которые не удалось поймать в третьей фазе. То есть, вы видите, какой... Четыре фазы всего, четыре клинических испытаний, да. И вот этот вот... Сроки, они от момента идеи до момента, когда мы уже можем как бы, получить готовый продукт, занимают в нормальных условиях от 10 до 15 лет. Так, але зараз. Зараз? Яка ситуація зараз? Да, період пандемії коронавіруса – це ненормальні, мабуть, умови, абсолютно. В яких весь світ пришвидшився. Да, то есть коронавірус – це как бы перевернув всі устоявшиеся, скажімо так,
нормы и беспрецедентно, как бы в быстрые сроки, то есть были сняты вот эти вот все ограничения из производителей, из ученых, и геном был достаточно быстро расшифрован, и данными этими, что очень важно, поделились со всем миром, и нам удалось миру удалось в кратчайшие сроки получить несколько, скажем так, вакцин-кандидатов. Наиболее перспективными из них на сегодняшний день, на которые или поделились уже результатами о третьей фазе клинических испытаний, или еще находятся в третьей фазе клинических испытаний, на сегодняшний день это 11 игроков, то есть 11 вакцин-кандидатов. Ну, вы уже упоминали, в том числе это Pfizer, Moderna. Еще до Moderna. Да, да, AstraZeneca и так далее, и так далее. Это все есть в открытом доступе. Наши зрители могут посмотреть так называемый вакцин-трекер. Единственное, что как бы нужно знать английский язык. Там все на английском языке. Отже, наприклад, щодо вакцини компанії Moderna, яку вже зазначають, що планують затвердити остаточно саме от буквально на цьому тижні, на днях. Це означає, що ця вакцина вже пройшла четверту фазу? Ні, вона ще не пройшла четверту фазу. Тобто ми говоримо о тих вакцинах, які, пам'ятаєте, я говорив, коли третя фаза закінчена, то тоді компанія-производитель може подавати, має право подавати даний продукт на ліцензування. І після цього вже він поступить в маси, скажімо так. А що це означає? Чи можуть, наприклад, цю вакцинацію вже проводити масово? Або потрібна ще четверта фаза? Чи четверта фаза може... Четверта фаза не відміняє. Смотрите, то есть четверта фаза, ми в четвертій фазі ми хватаємо вообще очень большое как бы количество людей, и там ми пытаемся уловить, незначні. Да, они не обязательно могут быть незначні, они могут быть значні, но они могут быть редкими. Например, вот тяжёлая анафилактическая реакция это достаточно редкое явление, ну, для разных вакцин, ну, и для разных продуктов, в принципе, по-разному, но в среднем это где-то даже один случай на миллион. То есть это достаточно редко, и мы это можем отследить, как правило, только в четвертой фазе. От, до речі, зараз дуже шириться та спростовується інформація з однієї сторони, так, то так, щодо кількості померлих від коронавірусної вакцини під час досліджень. Дайте пояснення своє. Ну, смотрите, все эти данные идут в открытом доступе, и действительно основные игроки, которые предоставляли данные о клинической эффективности и безопасности, сообщали о так называемых побочных эффектах. И, как правило, они все были либо незначительные, то есть, ну, это, например, боль в месте инъекции, ну, как бы, все же понимаете, да? Плюс необходимо сказать, что основные вакцины-кандидаты в эти группы, которым они давались, которые исследовались, они включали в себя и группы риска, то есть это и пожилые люди, это люди с сопутствующей патологией, это люди, переболевшие ковидом, то есть они были серопозитивные, у которых были антитела. А таким образом, естественно, что как бы могли быть какие-то и побочные эффекты вне зависимости от того, это от вакцины или не от вакцины. А к чему я говорю? Основная масса тяжелых реакций была в группе плацебо, то есть там, где были пустышки. Да, действительно, есть сообщения о, например, каких-то анафилактических реакциях, там, о нескольких анафилактических реакциях, которые были зарегистрированы в группе, которые получали вакцину. Компетентные органы об этом знают, например, те же CDC, и они разбираются и детально анализируют каждый такой случай. Это очень как бы важно. Но что нам здесь важно помнить? После не значит из-за. Понимаете, мы не можем утверждать, что именно из-за этого. То есть тут нужно так, действительно звісно, выявление... Людина, та, яка вакцинувалась, вона пішла жити в своє звичайне життя. Конечно. І могли бути здесь різні нужно, нужно вот именно установить именно причинно-следственную связь между конкретным состоянием пацієнта и тем, что действительно эта вакцина вызвала. Я так думаю, що науковці над цим працюють. Безусловно. Якщо ці випадки виявлені на другій-третій фазі, то вони, звісно, вивчаються. І контролюючі органи. Так, це теж дуже важливо. Тож, мабуть, будемо переходити до України. Максим Степанов каже, що українців почнуть вакцинувати проти коронавірусу вже в лютому. Які ваші прогнози щодо вакцинації проти
ковіду в Україні? Оптимістично. Мені би не хотілося, ну, додумувати там, або там щось як-то прогнозувати. Я знаю, как бы, буду говорить о фактах. Факти говорять о том, що проводиться і проводилась, і проводиться большая робота по тому, щоб дійсно в Україні почалася вакцинація проти ковіду. І це і вопроси, які зв'язані з переговорами з міжнародними організаціями, з производителями вакцин, це вопроси логістики, це вопроси холодовой цепи, это вопросы организации или приоритизации групп риска. То есть мы все понимаем, что вакцины сразу не хватит на всех, то есть будет какой-то дефицит, он будет глобальный. То есть кого нам в первую очередь прививать, понимаете? То есть вот эта работа ведется, и это очень напряженная и непростая работа. Я не завидую тем людям, которые непосредственно как бы занимаются этим занимаются, потому что это очень тяжело, очень 24 часа 7 дней в неделю, и хочется пожелать только удачи и верить в то, что мы действительно получим вакцину в ближайшее время. Тож, ми зазначили, що буде якась черговість отримання вакцинації, і тож кому першочергово і безкоштовно будуть робити цю вакцину? Смотрите, ми розуміємо, що вакцини буде сразу не буде хватати на всіх. Тобто, перший как бы, плануємий кількість вакцини буде охватувати десь 10% популяції населення кожної країни, наприклад, в частності України. І тут наша основна задача – це уменьшити заболіваємість і летальність, смертність. Летальность от именно коронавирусной инфекции. И здесь будет делаться упор даже на то, чтобы все службы жизнеобеспечения работали нормально. И также охватывался социальный и экономический сектор тоже. В связи с этим, в первом этапом людей, которые получат эту вакцину, будут медики, которые имеют самые высокие риски заразиться коронавирусной инфекцией. Это, как правило, анестезиологи, это реаниматологи, это вирусологи, это лабораторные работники, то есть те, которые непосредственно работают с вирусом, с большим количеством вируса. Это будут наши воины АТО, которые нас защищают. Это будут люди старшего возраста, поскольку это самая уязвимая группа, самая уязвимая категория. То есть это мы говорим о домах престарелых и о сотрудниках, которые работают в домах престарелых. Далее вакцины будет где-то от 10 до 20% населения охвачено. И здесь уже будут идти люди, которые также медики из меньшей группы риска, то есть с меньшими шансами заразиться коронавирусом. Это будут также учителя, то есть педагоги, это будут люди старшего возраста и группы риска, которые не попали в первую категорию, и это будут педагогические работники. И третьим этапом, где-то вакцины, когда будет от 20 до 50% хватать на количество населения, тогда уже будут все остальные категории попадаться. Это те же медики с более низким риском, это учителя и так далее. То есть вакцинация будет проходить поступово? Поэтапно. Питання, бо в нас небагато часу залишилось, наскільки стабільним буде виражений імунітет, захист? Иммунный захист после вакцинации против COVID-19? Хороший вопрос. На него на сегодняшний день нет однозначного правильного ответа. Мы знаем, что, как и в случае с другими коронавирусами, скорее всего, иммунитет будет не менее года. Но, используя вакцину, то есть более направленный, усиленный адъювантами, специальные вещества, которые добавлены в вакцину, мы можем ожидать, что иммунитет против COVID-19 будет не менее одного года. Это означает, что, возможно, трохи больше. Да. Дякую вам за фахові пояснення, дякую вам за те, що прийшли до нас на ефір. Дякую. І бажаю вам успіху в вашій важливій роботі. Дякую, навзаєм. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. На все добре!